Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Funny Games, и сегодня мы будем играть вот в такую вот страшилку, которая называется Гренни. Ребяточки, это страшная бабушка, которая связала меня в комнате, и, в общем-то, ребяточки, давайте, в общем-то, начнем и посмотрим, что у нас будет, так сказать. Погнали! Так, мы слышим уже, ребяточки, что музыка страшная. Так, ну что ж, наша бабуля нас, ребяточки, связала в комнате и сказала не выходить оттуда, а то прибьет. И, в общем, ребяточки, она такая страшная, что при одном ее, ребяточки, виде просто волосы становятся дыбом. Вы только посмотрите, какая она страшенная. Так, вот наша комната, ребятки. Мы, собственно, здесь с вами и находимся. Ой, ребята, мы... Быстро, 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 наклоняйся вниз, быстро под эту... Ребяточки, мы только что с вами перевернули кувшин, и она по звукам придет. Вот и бабуля пришла. Посмотрите, какая она страшная, ребята. Хух, посмотри, смотрит по сторонам, смотрит, нету ли кого здесь. Она увидела, что меня нет, ребята. Она ищет меня, зовет. Так, стол поставила на место. Ого, ребята, она поставила здесь капкан. Вы представляете, она поставила здесь ловушку для меня. Все, бабуля ушла вроде бы. Так, давайте пока не будем спешить, а медленно вылезем и посмотрим. Пошла, пошла. Все, ребяточки, бабуля ушла. Так, давайте вылезем отсюда. Так, давайте ловушку обойдем. Так, ну что, это мы, ребячки, с вами на втором этаже. Так, бабуля там, давайте пойдем вниз. А, ребята! Что это такое? Ай, нет, сюда не залезть. Ребята, бабуля, наверное, сейчас увидит нас. Мы только что столкнули с вами картину. И бабуля там уже, я уверен, идет, ребяточки, за нами. Так, вот дверь, ребята. Под стол спрятаться нельзя. А в дверь можно войти? Нет, дверь закрыта. Ребята, сейчас бабуля нас с вами здесь, наверное, и съест. А сюда тоже спрятаться нельзя под стол. Ребяточки, если бы вы видели, какая эта бабуля страшная. Это просто кошмар. Так, давайте аккуратненько вот так вот. Пойдем, 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 пойдем. Посмотрите, какие страшные картины, ребята. Давайте пойдем в подвал. А что у нас в чулане, в подвале, а, ребячки? У нас кровь, она кого-то убила здесь, ребята. Бабуля кого-то здесь уже убила. Видите? Так, идем дальше. Что-то здесь было непонятное. Сейчас бабуля, ребячки, сюда придет. А как наклоняться-то? Сейчас бабуля придет сюда, ребята. Она услышала, что ящики упали. Сейчас бабуля придет за мной. Давайте, наверное, пойдем вот так вот сюда. И сюда вот. Что это такое здесь? Да здесь такое место, ребяточки, наверное, прятаться можно. Все, бабуля, наверное, уже идет, ребяточки, ко мне. Ну, как-то она не особо ходит, ребят. Где-то ушла, ее нету. Так. Ну что ж, давайте за ней. Бабушка. А-а-а, бабушка убила меня. Вы видели, ребята? Я испугался очень сильно. Эту бабулю. А, бабуля нашла меня, ребят. Реально, так, ребяточки, второй день. Ребяточки, если бы вы видели, какая эта бабушка страшная, я сейчас запрячусь в шкаф. И вам покажу, какая эта бабуля на самом деле страшная, ребят. Смотрите. Так, берем кувшин. Берем кувшин в руки. Так, давайте сначала, ребят, наверное, залезем в шкаф, чтобы мы могли спрятаться от этой бабушки нехорошей. Теперь бросим
кувшин и закроем шкаф. Все, ребят, давайте смотреть будем в шкафу, какая бабуля придет. Пришла. Какая страшная, вы только посмотрите, ребята. Какая страшная бабуля, она меня ищет. Надо затаить дыхание. Ушла, ушла. Ух, ребяточки. Возвращается, возвращается. Все, ушла в другое место. Все, это означает, что я могу, ребяточки, по ступенькам теперь спуститься. Ребята, она поставила здесь ловушку. А, ребяточки, я не смог пройти. Все, а как же ловушки? Ребяточки, кто знает, как ловушки преодолевать? Говорите. Нужно, ребяточки, ловушки эти преодолевать, которые просто-напросто с одной и со второй стороны. Так, ребяточки, день третий, мы просыпаемся. Так, довольно-таки неплохо, ребят. Кувшин, где наш? Двери-то закрыты. Бабуля. А, нет. Ребята, ай, бабушка идет. Я вот на ловушку опять попался. О, какая страшная бабушка, нет. Ребяточки, бабушка меня уничтожила опять второй раз, давайте. Так, день четвертый, наверное, да? Она нас уложила опять, ребяточки, в кроватку. Ну что ж. Просыпаемся. Идем. Так, ребяточки, кто проходил эту игру, пишем комментарии, как. Потому что я нуб, если честно. Я вообще в эту игру только запустил и абсолютно не знаю, что здесь происходит. Так, я так понял, можно, наверное, бросить нам кувшин вот этот. Вот этот кувшин. А как его взять-то, а? Ребяточки, бабушка, бабушка идет, зовет, зовет, слышите? Только что звала меня, ребята. Я это слышал точно. Где-то она там ходит, ребята. Все, я бросил кувшин. Теперь она сейчас придет, ребята. Смотрите. Да, она была рядом, как я и думал. Вот она, пришла, ребята. Поставила ловушку и ушла. Хорошо, сейчас она уйдет вниз, ребята, а мы с вами откроем двери и... И возьмем, наверное, ящик вот этот. Почему у нас кровь на этом? На лице. Так, давайте возьмем кувшин и бросим его в ловушку. Все, ребяточки, ловушку мы использовали. Сейчас бабуля придет. А, идет бабушка, она увидела меня или нет? Фух, как это она не успела меня увидеть. Ребята, вы видели, как она быстро ходит? Вон она, посмотрите. Все, она ушла. Отлично, ребяточки, вот мы ловушку с вами и открыли, раскрыли. Так, вон она, бабуля. Бабуля пошла куда-то. Бабуля меня увидела, ребяточки, уничтожила меня бабуля. Так, ребяточки, что у нас дальше? Пятый день, ребятки. Просыпаемся мы и хотим сбежать от этой злой бабули, которая нас здесь, ребяточки, держит. Давайте, собственно, пошли отсюда. Ну что ж, это комната бабушкина, наверное, ребята.
Мы сюда зашли к бабуле в гости. А где же она? Ребят, вот сюда мы можем... Вот сюда мы можем спрятаться под кровать. Ребята, сейчас она должна прийти. Потому что я только что совсем случайно уронил стул. Вот она идет! Вот и бабушка пришла. Смотрит, никого нету, а стул лежит. Куда она пошла, ребята? А, вон она, убегаем, убегаем, убегаем от бабушки, быстрее. А почему я не могу быстрее бежать? Вот это я на всю хожу, ребят. Реально. Там бабуля расставила свои ловушки, ребят, реально, никуда их не деть. Вот ванная. А я под ванную могу спрятаться? Нет, ребячки, под ванную не могу. Все, бабуля меня... Все, ребячки, опять я испугался очень сильно. Бабуля меня съела, так что, дорогие друзья, ничего. Ох, она меня бросила, ребята. Посмотрите, куда она меня закинула. Она меня закинула в чулан. Все, ребяточки, теперь мы будем начинать игру в чулане. Раз я с комнаты много раз убегал, ребят, она здесь уже кого-то прибила. Вы только посмотрите, что здесь. О, ребята, вы только посмотрите. Она меня съела. Все, я проиграл. А я так понял, ребячка, она в чулане съедает людей. Вы просто представляете? Вот это страх. Вот это страшно. Так, ну что ж, дорогие друзья, подписывайтесь на канал Funny Games. Будем продолжать играть в следующий раз. Если вам, конечно же, нравится играть в страшилки, ставьте пальчик вверх, комментируйте мои видосики. А с вами был, как всегда, Юра, ребятки. Вы были на канале Funny Games. Пока-пока, дорогие друзья.